Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с уборкой окон, а именно робот-мойщик окон. Приходит это все из Российской Федерации, со склада. Пришло это, кстати, в коробке транспортировочной. Ну, а внутри находилась вот эта вот коробка без имени и названия. Скорее всего, для всех она одинакова. И, по сути, скорее всего, делается на одном заводе. Единственное, наклеивается только те фирмы-производители, а вернее распространители, которые продают данный тип техники. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот такая вот упаковка. Со всех сторон написано, что это у вас чистит робот окна. И внутри у нас находится, ну, во-первых, инструкция по эксплуатации. И здесь стало уже понятно, что за производитель по рукой. Инструкция у нас на английском и русском языке представлена. Доставка осуществлялась со склада, как говорил, Российской Федерации. Вон еще корейский язык есть и арабский язык. Внутри находится сам робот с дополнительными кольцами, на которые надеваются тряпки для того, чтобы чистить. Плюс здесь страховочный трос для того, чтобы закрепить. Ну и также здесь есть отсек для залива жидкости, чтобы ее распылять на окна. И распыление происходит вот отсюда. Ну и помимо робота, здесь еще одна коробка. Давайте берем пока лишнее и рассмотрим, что находится внутри этой коробки. А здесь находится какая-то мерная банка пластиковая, которая наливается, соответственно, жидкость по очистке стекол. Плюс там написано, что рекомендуют разбавлять водой. Но в каком соотношении не написано. Есть у нас пультик. Здесь автоматическая подъем вверх, ну и потом спуск. Это вправо подъем, это влево и подъем. Дальше есть автоматическое разбрызгивание жидкости, которое будет находиться внутри, и ручное. И также есть ручное маневрирование вашим роботом, если он где-то там что-то не доделал. И вставляются сюда две батарейки либо аккумулятора тип 3А. Вот такой. Дальше внутри есть еще тряпки, а всего их, то есть одна надета. И здесь еще 4 пары. 5 пар, 10 штук. Ну, вот там еще и дополнительное. Из 12 штук можно купить, в зависимости от того, сколько вам нужно окон вымыть. И внутри находится у нас вилка. Стандартная, европейская. И блок питания. Давайте здесь все лишнее уберем. Это у нас идет блок питания на 2,4 вольта, 3,75 ампера, то есть 90 ватт потребляет. Постоянно только стандартный блок питания. Вот такого он типа. То есть это можно закрепить куда-то, чтобы он у вас не свалился. Да, здесь есть аккумулятор, который нужно зарядить, ну, где-то в течение 3-4 часов, для того, чтобы у вас во время работы, в случае отключения электроэнергии, он не свалился и не летал закрепленный куда-то, а оставался на прежнем месте и в течение 20 минут сигнализировал, что нужно его снять. В противном случае не выдержит и упадет. Итак, давайте сейчас попробуем посмотреть, как он выполняет свой функционал. Для этого подготовим некоторую площадку и приступим.
Итак, я вам продемонстрировал робот мойщик окон по рукой с распылением жидкости, который позволяет вам мыть окна как в сухом виде, так и с учетом распыления жидкости. Как в автоматическом режиме, так и в ручном. Как управлять роботом-пылесосом, так и распылять. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил о данном роботе-мойщике окон по рукой. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.